Лионель Месси рассчитывает на золото ЧМ-2018, но не считает сборную Аргентины фаворитом. «Мы хотим почувствовать этот вкус и выиграть чемпионат мира. Мы находимся в долгу перед самими собой. Мы ничего не должны людям, потому что всегда выкладываемся по максимуму. Мы трижды выходили в финал, но не победили, значит, Бог этого не хотел. Быть так близко к трофеям и не завоевать их ни разу – это большое разочарование для всех нас. Мы все чувствуем, сейчас или никогда, реальность такова, что мы не фавориты, есть гораздо более сильные команды – Испания, Бразилия, Германия и Франция. Думаю, все они стоят выше нас. Они фавориты. У нас есть группа очень хороших футболистов, но мы должны быть сильной командой». Пересматривал ли я финал ЧМ-2014? Нет, это было болезненное поражение. «Мы все тогда плакали», — сказал Месси Диария Спорт. Аргентина проиграла финалы ЧМ-2014, Кубка Америки 2015 и Кубка Америки 2016. Во всех трех матчах понадобилось дополнительное время, и за 360 минут аргентинцы не забили ни одного гола. Аргентина попала в группу Д на ЧМ-2018. Соперниками Альбе Селести станут Исландия, Хорватия и Нигерия. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.